Приветствую вас. Я бы сказал, что вот очень много в вашем сообщении про некоторые ожидания ваши есть от молодого человека. И я бы сказал, что по моему восприятию, по моим ощущениям, как я это вижу, вы как будто бы очень сильно на свои ожидания полагаются. Когда они не сбываются, то вы начинаете чувствовать негативные эмоции, такие как разочарование, такие как фрустрацию, такие как обесценивание и неуважение. Вот. Хотя, по факту, у молодого человека нет никаких, на мой взгляд, противоречий в его поведении. Оно у него достаточно четкое, оно у него достаточно, скажем так, очевидное, оно у него достаточно, скажем так, оно у него достаточно последовательно, я бы сказал, вот, то есть это вот такой, как мне кажется, ключевой момент в этой ситуации. Вот, и, в общем-то, момент здесь в том, что вот вы просите вас рассудить, я не думаю, что это прям, знаете, вот, какая-то хорошая идея вас рассудить, потому что, ну, у вас свои есть, ценности, да, у вас есть свои, скажем так, желания, свои ожидания, вот, а у него есть, в общем-то, свои, и, на мой взгляд, здесь не рассуживать надо вас, а здесь в первую очередь, наверное, более активно выражать свою позицию, вот. В первую очередь, наверное, как-то, может быть, активнее демонстрировать то, что вам, например, не по душе, то, что вам, например, не нравится, вот. И уже как-то вот в дальнейшем, да, смотреть на реакцию мужчины, потому что вполне возможно, что человек, привык просто определенным образом общаться. Вполне возможно, что мужчина просто привык определенным образом взаимодействовать, вот, и он по-другому не умеет. Мне показалось, что, например, мужчина, боится, вот, мне показалось, да, что мужчина боится именно идти с вами на сближение, вот, мне показалось, что, мужчина как-то вот неуверенно себя чувствует, вот. Мне показалось, что мужчина пытается быть кем-то другим с вами. Вот. Хотя, на самом деле, это довольно тупиковая модель поведения. Вот. И, понимаете, вот у меня такое ощущение, да, что как будто бы вы к этому парню грубо говоря, прицепились, да, и вот
как-то вот не можете признать, например, что, ну, в каких-то моментах вы друг другу просто не подходит. Вот и все. Это вот не хорошо, не плохо, да, это вот просто данность. И вот вы, как мне кажется, да, вот, как-то вот вам сложно этот момент признать. Сложно признать то, что человек, может быть, вам не подходит. И как будто бы вы пытаетесь реализоваться с ним, вот, знаете, как и женщина. Я бы так это, я так это вижу. Вот, как будто бы вам в какой-то степени с молодыми людьми сложно знакомиться, как будто бы вам в какой-то степени, ну, есть какое-то затруднение, вот, у вас в знакомстве с мужчинами, как будто бы вы не хотите его терять, понимаете, вот. Да, это вот, ну, действительно, это можно расценивать, вот, его поведение как неуважение к вам, это правда, вот. Это правда. Но легче ли вам стало от того, например, что условный, да, вот, психолог, например, вам это сказал, легче ли вам от этого стало? На мой взгляд, вряд ли. На мой взгляд, вряд ли. Потому что, ну, как бы, вы имеете свою точку зрения, вот, вы абсолютно логично имеете свою точку зрения, и, на мой взгляд, это норма, что вы вот имеете ее, поэтому говорить здесь можно только о том, что у вас есть ожидания, у вас есть требования, да, и вот, собственно, говорить можно здесь о том, насколько и как вы эти ожидания вот, реализовываете, да, грубо говоря. Вот. В принципе, пожалуй, все. То есть вы либо делаете это. Вот. Либо вы этого не делаете, ну, либо вы этого не делаете, понимаете? Вот, как бы, такая вот история, в принципе. Поэтому здесь важно, мне кажется, в первую очередь, как-то вот аккуратнее действовать, мне кажется. Вот, мне кажется, что здесь важно действовать, с одной стороны, деликатно, с другой стороны, достаточно, ну, настойчиво, в том смысле, что без этого ваша позиция, она не будет никак продвигаться, вот. И, соответственно, вам будет, ну, вам будет сложно, вот. Поэтому момент здесь такой, вот, он, я бы сказал, неоднозначный, вот. Поэтому смотрите сами, как вам в этом направлении двигаться, вот. Я думаю, что, ну, многое зависит от вас самой, да, вот. От вашей модели поведения и так далее. Вот, как мне кажется.
Поэтому я бы здесь все-таки больше внимания уделял бы, наверное, своим чувствам, больше внимания уделял своим переживаниям, больше внимания уделял бы тому, что для вас именно является важным, да, и как ты это размещал контакт. Вот. Потому что, ну вот, совершенно очевидно, что человек может быть просто вот, не понимает каких-то вещей. Вот, человек может быть просто не отдает себе отчет вот, ну, в каких-то моментах, да, и, соответственно, ведет себя таким вот образом, ну, по отношению к вам. Далеко вот не лучше, к сожалению. И важно понять, что другого человека вы не измените, вот, и что ваши ожидания, они, ну, часто, не всегда, но часто, вот, они могут вам просто вредить, они могут оказывать негативный эффект, потому что вы видите человека именно вот в контексте своих ожиданий, но не в контексте его реального. Вот. Тогда как он реальный, ну, это немножко не то же самое, что вы себе представляете. Поэтому здесь момент такой. Либо мужчина задевает какие-то ваши болевые точки, вот, вызывает ваши, ну, какой-то ваши внутренние конфликты, вот, какие-то ваши сложности, вот, и, соответственно, вы на это цепляетесь, да, и, ну, пытаетесь, вот, компенсировать как-то, как-то это, пытаетесь с этим бороться, пытаетесь это значит, ну, победить, вот. А вот, либо вы просто не привыкли выражать свою позицию. То есть, опять же, ситуация с этим мужчиной, она ведь, скорее всего, не совсем уникально. То есть у вас есть некоторая этимология, да, некоторая история. История ваших отношений. Ваших отношений именно вот, ну, с мужчинами в первую очередь. И мне кажется, что вот именно посмотреть на эту историю, да, на историю ваших взаимодействий с мужчинами, на то, как вы выстраиваете с ними отношения, на то, как вы взаимодействуете с ними, на то, как вы себя ведете с ними в том числе, было бы весьма полезно, как мне кажется, потому что это помогло бы понять нам, допустим, что конкретно является проблемой. Потому что сейчас, ну, вы просто чувствуете, что у вас что-то не получается, сейчас вы чувствуете, что у вас что-то не выходит, вот. Вы расстроены, конечно же, вот, это понятно, это нормально, вот, но как бы, вот, важно, на мой взгляд, видеть какую-то картинку все целиком, да, чтобы лучше понимать проблему. И, соответственно, увидеть ваше, именно ваше
в этом участвовать. Вот, увидеть именно как бы вашу активность. Вот какая она, эта активность, что это за активность, что она из себя представляет, эта активность. Вот это, на мой взгляд, важно. Вот. Дальше уже, дальше можно было бы отвечать на вопрос, вот что и как. Но пока что я боюсь, что, ну, просто говорить не о чем пока что. В этой ситуации то, как ведет себя мужчина с вами, да, вот, может быть, действительно, как проявление неуважения к вам, обесценивание какого-то. Это может быть проявлением, например, того, что он может быть действительно достаточно сильно привязан к своей маме. Вот. Ну, вот, действительно, может быть, сильная привязка к маме. Вот. Такие мужчины есть, вот, которые, ну, достаточно сильно к своему родителю привязаны, да, и чувствуют себя обязанным и родителям, в смысле. Вот. И, соответственно, такой мужчина, он, ну, что называется, маменькин сынок, да, вот так вот обычно говорят про вот таких людей. Вот, и, соответственно, вам от этого может быть, ну, не очень хорошо, вам может быть от этого только плохо, и, как бы, ну, ваши отношения могут из-за этого только потерять, в принципе, поэтому тут вот такой момент, на мой взгляд, который нужно учитывать. Может быть, это и проявление его неуверенности в себе, что как бы немножко вписывается косвенно вот в то, что он захотел с мамой провести время, и ее подруга, а не с вами, потому что, возможно, это было это безопаснее. Вот. А может быть, здесь что-то еще. Но, смотрите, вы пишете, значит, вам 25, ему 30, около 2 месяцев вы общались по телефону, на 8 марта он не понравился с праздником из-за потери работы. Я очень обижал, вот, знаете, вот, я бы на это обратил ваше внимание, да, на то, что вы обижаетесь, что вас не понравилось с праздником. То есть, понимаете, фиксировать это как отсутствие внимания к себе, да, можно, безусловно. Фиксировать это как, ну, какое-то обесценивание вас, возможно. А фиксировать это как разность в ценностях, потому что для кого-то это может быть не праздник вообще. Такие люди есть. Можно. Но вы обижаетесь, как вы говорите, с вас именно обиды. И, на мой взгляд, это ваш конфликт. Знаете? В том, что вы пишете, что я очень обижался. То есть чувства негативные были сильны. И важно увидеть, как вы с ними, вот с этими чувствами, да, своими, обращаетесь. Как вы обращаетесь с тем, что вам обидно, как вы обращаетесь с тем, что вам что-то неприятно, что вы с этим делаете. Это все важные моменты, на самом деле. Вот. Потому что если вы какой-то вот негатив не проживаете, да, если вы какой-то вот негатив оставляете там, условно говоря, в туне, то, ну, как бы, вот из этого ничего хорошего, как правило, не получается. Вот. И решить свои проблемы, в первую очередь.
чтобы не обижаться. Чтобы вот не было такого, что вы очень долго обижались. Потому что обиды, это с одной стороны, прям задевание, да, то есть человек таким образом своими действиями посягает на какую-то вашу цену, с одной стороны. А с другой стороны, обиды — это некоторые ожидания, которые у вас есть. Вот, и они, эти ожидания, ну, имеют свойство неоправдываться, к сожалению. А дальше. Вы говорите о том, что простили человека. Честно говоря, вот простить кого-то в отрыве от выражения этих чувств, ну, простить кого-то в отрыве от своих переживаний, мне кажется, невозможно. Вот честно вам скажу. Мне кажется, невозможно простить кого-то, не выразив ему своих эмоций по поводу вот момента, который вас напрягает, задевает, который вас беспокоит, да, и так далее. И если вы очень обижались, то, скорее всего, именно вот, именно прощение здесь, как таковое, вот именно прощение здесь, как таковое, оно очень деликатно, потому что, может быть, вы действительно простили, а может быть, просто подавили свои чувства, может быть, просто решили забить на это, чтобы как-то вот отношения продолжить, потому что вам это нужно. Вот. И это не прощение, это самообман. Я очень боюсь, что вы сделали именно это. Вот. Знаете, какая штука. Вот очень я опасаюсь, что сделали вы именно вот такой поступок. Несложно заметить, кстати, что вы несколько бегло отзываете, да, о своих переживаниях. То есть, просто, вот, что называется, это бегло, именно бегло. То есть, как будто бы вот, быстренько сейчас скажу, что очень обижался, и все. А значение этому там не придам, и об этом, соответственно, говорить не буду. Хотя это важно, на самом деле, важно. Дальше идем, значит, вы пишете, так, на них встретились, никакого подарка я не получила, но по общению было достаточно интересно, просто нет. Вот ты тут нет, как бы, да, ожидание подарка. Опять же, хочу разграничить для вас эти вещи. То есть именно что разграничить хочу. Это не значит, что вам не должны ничего дарить. Совершенно не значит. Я просто говорю о вашей реакции, да? Что можно по-разному воспринимать наличие или отсутствие какой-либо активности в поведении человека. Знаете, можно воспринимать это по-разному, именно что по-разному. И можно воспринимать это таким образом, как вы. А можно воспринимать это несколько иначе. Можно воспринимать это вот, просто вот в том контексте, да, вот, например, что, человек вот, не подарил, вот, то есть, как бы, значит, я ему не важна, и, как бы, если я ему не важна, то, соответственно, зачем я с ним дальше продолжаю, как бы, общаться, вот. То есть, вот такой аспект, может быть, знаете. А вы как будто бы себя пересиливаете, да, и пересиливаете себя, да, вот даже сейчас, как будто вы себя пересиливаете, как будто вы вот
вы пытаетесь, ну, найти, ну вот хоть что-то хорошее в нем пытаетесь найти, знаете. Вот. То есть, по сути, ведет себя, как его, к сожалению, мама. Как родители. А это, ну, мало когда вот, к чему-то хорошему приводит, к сожалению. Мало когда это дает какой-то вот, ну, какой-то буст, какое-то усиление для, ну, для отношений, понимаете, да? Вот. Поэтому это очень, очень важно. Дальше, значит, мое сообщение проигнорировал, позвонил, сказал, что с мамой проведет время. Я была удивлена, лишь для меня это сказала странным, с молодым парнем получается интересно с мамой подругу, он выбрал компанию, и компания не мою. Вот опять же, знаете, вам может это казаться действительно странным. Это правда. Это правда. Я уверен, что многие ваши позиции, многие вашу точку зрения разделят. Но, знаете, понимаете, в чем штука? Ценности у всех людей свои. И может быть это обман. Может быть он в это время там встречался с другой девушкой там и так далее. Может быть действительно встречался с мамой, потому что он к ней привязан. Важно немножко другое. Понимаете? Важно то, как вы на это реагируете. Реагировать можно по-разному. И, судя по всему, вы реагируете на это вот, не просто странное поведение. Когда вы видите, например, на улице человека, там, не знаю, одетого там в костюм, там, не знаю, двухвековой давности, к примеру. Вот. Это странно. Но как вы на это реагируете? Какие чувства вы испытываете? Ведь странно, что значит странно? Странно это то, что не вписывается в мою концепцию. Вот что странно. Знаете, какая штука? Это странно, когда что-то не вписывается в мою концепцию. Знаете, когда что-то не соответствует моему представлению, это всегда выглядит странно, но... На это можно реагировать по-разному. На это можно реагировать принятием, типа, ну окей, вот там, человеку так нравится, ему так нравится и все. А мне так не нравится. Знаете, какая штука. Вот. А можно реагировать так, что например, на этот костюм. Ну, как бы реакция на это костюм будет что-то вроде страха. Что вам страшно, что вот, там человек, ну, к примеру, вот он такой, вот, такой костюм использует, и, соответственно, значит, он может быть псих, значит, он может там вам угрожать как-то. Ну, к примеру, опять же говорю. Вот. А, понимаете, какая штука. Такой момент. И это один из ключевых аспектов. Вот. На который я хочу обратить ваше внимание. То есть, сказать, ему, что его поведение странно, это значит уйти в интеллект. А вот сказать о том, как вы на это реагируете, было бы более искренне. Знаете, странно это... оценка, вот. А выражение своих чувств, своих переживаний по поводу этого, это совсем другая история. Вот. И вот вопрос в том, умеете ли вы это делать? Так. Практикуете ли вы это? Вот это важно. Понимаете? Возможно, это делает вас несколько не собой, в
в контексте взаимодействия с людьми или мужчинами. Вот. Ну, людьми вообще, мужчинами все. Понимаете? Вот. Поэтому тут вот момент такой, как мне кажется. И вот, соответственно, значит, это странное поведение, в какой-то степени неуважение ко мне. Вот неуважение к вам вы как-то чувствуете. Вот я бы постарался выделить, как вы чувствуете это неуважение. А есть слова, я не поняла, в чем он старается. То есть здесь есть нестыковка ценностей, возможно. То, что для меня, да, вот то, что для меня является старанием. Да, то, что для меня является старанием. Для тебя старанием не является. И это нормально. Понимаете? Вот. То есть, такая разница нормально. Но как я узнаю, что для тебя это не так? Как я узнаю, что для тебя все по-другому? И если, например, ты мне об этом не говоришь? То есть момент здесь вот он такой, момент здесь он в этом, как мне кажется. Ну, в том числе, да, момент здесь в этом. Насколько вы искренни, вот. А не странно. Поэтому я бы обратил ваше внимание именно на эти моменты. Они достаточно важны. Дальше можете меня рассудить и подсказать, как себя вести. Как себя вести, чтобы что? Стоит ли сказать ему, что я считаю потенциальным, или понаблюдать и промолчать? Ну, мне кажется, что наблюдать и молчать его и так. Вот, я бы, наверное, не считал бы, что молчание как-то вот вам поможет, да? Вот, ну, по крайней мере. Молчание никогда не помогает. А вот сказать, да, ну что сказать, с каким ожиданием сказать, это вот очень важный момент. Вот. Такая вот история. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду рад, если ваши проблемы разрешатся.